Человек очень творческий. Она участвует во всех творческих мероприятиях не только нашего учреждения, но и городских. Является участницей хора, городского хора при Дворце культуры. Всегда участвует в таких мероприятиях творческого характера. И еще и в спортивных. Она играет очень хорошо. Шахматы, шашки, плавает в бассейне, получает замечательные призы от спортивного комитета, поскольку является и победительницей самых разнообразных спартакиад для людей с ограниченными возможностями.